Сентябрь 2017 года. День рождения нашего отряда. Нам 7 лет. Впервые мы отмечаем его не одни, а с друзьями по клубу исследователей природы Алтая и с кислухинским заказником в лице егеря Сергея Войдукова. Оказывается, наш отряд родился в один день с заказником 9 сентября. Итак, закончился еще один полевой сезон, во время которого мы работали по проекту «Познавай и сохраняй свой родной Алтайский край». Как же мы докатились до такой жизни? Когда в наших походах появилась исследовательская составляющая?